Юра, доброе утро. Привет тебе из Малиновки. В число официальных партнеров финала Кубка России по лыжным гонкам в Устьянской Малиновке «Мегафон» включен не случайно. Это оператор, имеющий не только одну из самых масштабных сетей в стране, но и огромный опыт работы на массовых мероприятиях всех уровней – от Дней городов до Олимпиады в Сочи. Связь «Мегафона» хорошая. У меня есть номер «Мегафона». Я пользуюсь им, поэтому связь надежная. Для усиления сети была установлена передвижная базовая станция, работающая в стандартах 2G и 3G. У абонентов, кроме голосовой связи, также был мобильный интернет для общения в соцсетях или онлайн-трансляции соревнований. Присутствие «Мегафона» на соревнованиях поддерживает связь не только для участников соревнований, но и для гостей. Мы договаривались с ними заранее о том, что они здесь развернут свою станцию. Поэтому это, конечно, большой плюс. За все время проведения лыжных соревнований передвижная базовая станция «Мегафона» пропустила почти 18 тысяч минут голосового трафика. Объем переданных данных превысил 200 гигабайт. Наибольшую активность проявили болельщики из Архангельского и Вологодского регионов. Также в сети были зарегистрированы гости, прибывшие из Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ярославской областей. Елена Кермич, Алексей Вачик, регион 29, Устьянский район.